Итак, как я и обещала, сегодня я хочу объявить результаты моего розыгрыша «Зеркало солнца». Я долго думала, как проводить подсчет голосов, решила не связываться с техникой. Просто распечатала все ваши комментарии под этим видео на бумаге, нарезала на полосочки и полосочки скрутила вот такие штучки, такие сигаретки. Сейчас я их сложу в мешок и наугад вытащу из этого мешочка одну из сигареток и посмотрю, кто это будет. Я решила снимать в реальном времени, поэтому вы увидите, как все пройдет. Прежде чем я оглашу результаты, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто принял участие. У меня в итоге приняло участие в розыгрыше 77 человек. Очень много. Я даже не ожидала, что будет так много желающих принять участие. Еще раз большое вам спасибо за теплые слова, за все, что вы мне написали. Было ужасно приятно это читать. Спасибо огромное. Я всем желаю большой удачи. Итак, давайте посмотрим, кто же выиграл. Победителем является Варвара Красова. Варвара, я вас поздравляю. Свяжитесь обязательно со мной. Я на экране пущу электронную почту. Напишите мне, указав в сообщении тему «Зеркало солнца» и как вам отправить это зеркало, напишите мне, я вам его отправлю или почтой, или если вы находитесь в Москве, то, возможно, удобнее будет личная встреча. Я вас поздравляю. Ну, а всем остальным я желаю удачи в будущих розыгрышах, которые состоятся уже очень скоро, поскольку скоро Новый год. Вот и все. Всем счастливо!